Всем привет, ребята, вы на канале GameKate, мы продолжаем играть, как играть, ну, в принципе, можно сказать, играть Incredibox мод и обозревать это Wolfgang. Без лишних слов, переходим сразу к моду, и тут кепочка. Ну, прикольно. Так, очки. Вот. Так, это у нас шлем, думаю, какой-то. А, это робот. По-моему, это миска. Не знаю. А. Солнцезащитные очки. Поехали дальше. Не знаю, какие-то какая-то часть шлема. А. Так, тут еще очки. Шляпа. Либо кепка с этой, с повязкой, с ленточкой. А, это несколько кепок друг на друге, по-моему. А нет, это кепка и на ней бандана. Так, это вообще без понятия, что это. Ну, судя по блеску, это, скорее всего, какие-то очки. Так, это, думаю... Если честно, чем-то напоминает сковороду, но это, скорее всего, шея. Оу. Чего себе. Кстати, про биты ничего не сказал. Биты хорошие, мне понравились. Некоторые немножко не очень. Но я 8,5 из 10 битам поставлю. Эффекты, они интересные. Я бы им поставил 7,5 из 10. Далее мелодии, наушнички, поехали. Так, это я не знаю, что глаза какие-то, наверное, на шлеме. А. Так, это, я думаю, какая-нибудь часть шлема верхняя. Дизайн вот крутой у третьей мелодии. Так, это, я не знаю, шапка, наверное, какая-то. Это шлем в форме куба. Кубик будет какой-то. Ну, мелодиям я поставил 8. Неплохие мелодии. Вот. Далее голоса. Визор. Ну, визор это если что, очки такие. Скорее, даже не очки, а... Ну да, очки сплошные. Типа вот этих. Так, это, по-моему, думаю, это пузыри какие-то. О, это глаза. Ну, глаз анимация сейчас не очень. Так, это ушанка. Шляпа крутая. И круглые очки.
Ну, голосам я бы 9 из 10 поставил. Ладно, время смотреть бонус. Смотреть и слушать, естественно, оценивать. Комбинация к бонусу мне нравится. Уф. Ну, я думаю, я оценил бы бонус. Ну, он неплохой, но в нем динамик не хватает. Восьмерка, я думаю, достаточно. И получается, если вот так смотреть, я бы смог оценить мод в... Так, мне надо подумать. Я думаю, 8,2 балла заслуженно, оправданно. Да. В общем, ребята, я знаете, что понял? Вы не спешите меня переубеждать, но я понял, что я не особо хорошо делаю миксы. О чем я говорю? Я же в конце каждого обзора делаю микс, и они мне, честно, саму не нравятся, но лучше я не умею. При этом у меня не получается вот достойно показать все... все звуки, как они между собой гармонируют. Поэтому я такой способ интересный придумал. Он, конечно, не такой красочный, там одно и то же звучание в основном будет. Ну, как одно и то же, оно будет быстро сменяться, но не будет понимать о той остринке, которую вы можете получить от опытного миксера. Но советую, вот как раз я когда искал, вот где скачать этот мод на Ютубе, я... наткнулся на 10-минутный микс этого мода от канала King Comrade. Вот, вы можете на него зайти, я сам подписан, это очень хороший миксер. Вот, я часто смотрю его миксы, так что если... Ну, я тут скорее буду просто, если вы в первый раз слышите этот мод, как и я, чтобы вы тоже оценили. Я-то тоже буду сейчас смотреть, для себя оценивать... как звуки сочетаются. И при этом такой способ, можно сказать, не обрезает мне возможность комментировать, потому что ничего особо сложного тут не надо делать. При этом и можно слушать параллельно. Мне нравится. Сейчас посмотрим, как они сочетаются. Не, ну они прикольно сочетаются, но да, чего-то не хватает. Естественно, мод не претендует хватать там все звезды с неба, но в своей категории таких вот, так сказать, я думаю, я бы его оценил как средний мод. Вот, неплохой, но и не хороший. Средний мод. Сейчас придется чуть-чуть поднапрячься, потому что придется звуки убирать в тайминг. Не люблю это делать, но надо, чтобы звучало красиво.
Вот этот третий бит, он хорошо добавляет прям. Но сейчас он меня уже раздражает. Эти шака-шака, они слишком громкие, по-моему. Убираем главную мелодию. Да, без этой мелодии что-то как-то не очень гармонично звучит. Ну ладно. Теперь убираем хор. Теперь вообще тихо. Вот смотрите, мне что не нравится, то что они сосредоточили в основном все мелодии самые крутые. Все, что лучше всего получилось, они сосредоточили в первых звуках, в первых трех. В первых трех битах, в первых трех эффектах, в первых трех мелодиях, в первых трех голосах. А уже которые идут дальше, они какие-то не очень, они филлерные. Это мне не нравится вот. И поэтому, вот смотрите, видите, я их по порядку ставлю. И вот в начале, если оно было такое живое, быстрое, то сейчас оно как-то замедлилось и звучит уже не так живо, не так хорошо смешивается. Но в целом, естественно, это слушабельно. Это не тебе в уши не дрищут, их не насилуют, так что все нормально. Потихоньку убираем, чтобы закончить псевдомикс. Еще никого не осталось. Средний голос такой, можно сказать, самый худший. Видео вышло очень коротким, всего на 14 минут, поэтому, чтобы чуть-чуть хотя бы его еще растянуть, я сделаю такой этот оценку. Мой самый любимый, самый нелюбимый. Например, самый любимый бит. Вот. Самый нелюбимый бит вот. Хоть третий бит и действует на нервы, но этот мне еще меньше нравится, потому что, ну, не очень он вообще. А вот в первом сочетании кика и снера, дизайн у него в целом прикольный такой. Так, мне надо вспомнить то, что издавал. Ну да, вот это мой любимый эффект, наверное, будет. А вот этот нелюбимый. Она не очень, по-моему.
Так. Ой. Ну-ка. Вот, любимая мелодия, вот это. А не любимая вот это. Так, ну и последнее. Это может показаться странным выбором, но если я голосую, мне больше нравится этот. А вот худше, по-моему, вот этот. Он вообще ничего не делает почти. В принципе, я думаю, худший звук в моде. Он буквально два раза за... Говорит... Он два раза издает звук. Это вообще практически никак в песню не добавляет. В общем, вот этих крутых ребят я хочу огласить завершение. Мод мне понравился. Но не вызвал особого там удивления, трепета. Мод как мод. Я уже в целом оценку сказал. 8,2. Но это, понимаете, это с такой натяжечкой. 8 это четверка, а четверка это, ну, усредненный результат. Естественно, видали моды похуже, гораздо хуже. Но этот, я хочу сказать, что он особо ничем и не выделяется. У каждого мода должна быть вся горчинка, я не знаю, вишенка, как это, изюминка, вот. А у этого мода ее нет. Просто 20 звуков скомпонованных в один мод, и все. В принципе, тут ничего особого нет. Конечно, плюсик за добавление бонуса, но бонус, если честно, какой-то халтурненький вышел. Просто там какой-то аватар стоит, что-то говорит, а потом появляется земля и красивая анимация, но я, конечно, не художник, не аниматор, можете меня тряпками, санами побить, но все равно не впечатляет, потому что, если подумать, это не особо большой объем проделанной работы, потому что, ну, вот сделать вот такой вот, даже не знаю, кадр, как из земли видно солнце, я думаю, гораздо проще, то есть две сферы раскрашенных, просто их сдвинуть, чем сделать анимацию более такой живую про что-то другое, не про космос. Я, конечно, не знаю про этот мод создания, там еще в начале говорилось, когда я только мод запускал, чтобы получить лучший опыт, сыграть в мод на Scratch, но... Если вы не знаете, вот Scratch, он телефоны плохо поддерживает, там очень неудобное управление, надо с компьютера, у меня компьютера нет. Думаете, почему я вам с телефона все обзоры, все там игры снимаю, все летсплеи, потому что у меня только телефон есть, более-менее такой нормальный. Так что вот, может, я чего-то не доглядел, не дополучил, но, по-моему, вот, например, если у меня вот... Такая ситуация. У меня нет компьютера. Вот я не могу в Scratch посмотреть. Обзор не хочется смотреть. Хочется самому испытать. И что мне делать? Сидеть с этим, с этой половинкой мода? Вот мне не особо нравится такой подход. Я думаю, если брать из Scratch, то полностью переносить в таком же качестве, а возможно даже и лучше. В общем, вы были на канале GameKate. Это был мод Wolfgang. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.